Кух Хьюманс, на связи Алекс, Киберпанк 2077, и Джонни Сильверхенд продолжает свое путешествие в нашей голове. Организация концерта практически уже в завершающей стадии, нам надо подождать, пока Нэнси позвонит. Вот, собственно, что мы сделаем для этого. Для этого мы пропустим... Давайте, часов... 13 часов, да? Так, Керри Евродин. Как там Джонни? Ждет концерт или опять ебало кривит? Ждет, конечно, для него это важно, иначе мне бы... Чего? Ждет, конечно, для него это важно, иначе мне бы не пришлось глотать этот ебучий псевдоэндотрезин. Я лично очень жду. Шоу будет крутейшее, 100%. Главное не надраться прямо перед началом по привычке, как это было раньше. Ну, так-то да. Так, где моя тачка? Дайте-ка мне Доломейн. 90 метров. 98, 101. Хотя, зачем мне тачка? Нет, давайте сделаем вот так. Сделаем 24 часа, прокрутим. Плохо дело. А, опять биочип дурит, гадина такая. Что-то Нэнси не горит желанием нам звонить. Вот не люблю я вот это вот. Вот что там? Звуки музыки, вот понятно, да? Давайте какой-нибудь заказ, что ли, попробуем пока. Заказ, свободная пресса. Что это? Тип заказа, спасение, нахрен. Кража. Серийное самоубийство. Тип заказа, нейтрализация. Попасть в клуб «Седьмой круг ада». Тип заказа, нейтрализация, цель Джек Маусер, местонахождение, клуб «Седьмой круг ада» на пересечении Corporation Street с Западной кольцевой. Описание. Короче, такое дело. Парень зовут Джек Маусер. Он самый ёбнутый наемник Найт-Сити. Взял у меня тут недавно одну халтуру и переборщил. Очень сильно. Ему сказали по-тихому выкрасть чипы из фуры Зета-Теха, а этот ебанат положил всю охрану, отрезал голову водителя, фуру сжег. Корпораты, понятное дело, охуели и начали его искать. А я не хочу, чтобы они вышли на меня. Надо принести им его труп, может тогда они успокоятся. Маусер хозяин седьмого круга ада. Это такой убогий клуб в центре. Зуб даю, он там залег и ждет, пока все само рассосется. Тебе надо найти его и убрать, желательно по-тихому. Окей. Это вообще очень далеко. Ну, вообще да. Вот аж куда надо. Так, ладно. Перемещаемся. У нас нету, да, здесь? Блин. Бульвар Хоуси. Чего ближе-то? Ладно, давайте сюда. Сейчас вот 100 за 200. Только я подберусь к месту, сразу же позвонит Нэнси. Класс. Ну надо же эту игру как-то заставить ее в конце концов мне уже набрать. Так вот. Новая зона, деловой квартал. Че, мне далеко еще? Может в оружейку зайти, перестраховаться? Ну нет, там же надо все по-тихому сделать. Я, сколько мне еще бежать-то? Мне тут много бежать. Оптику сломал! Да! Линзы повываливались. Надо же. Что ж ты в этот раз с неба-то не упала? Так. Все по традиции. Да нафиг идите! Ну, я говорю, что NPC не реагирует на аварии. Вот это меня бесит, если честно. Клуб «Седьмой круг ада». Игра хорош лагать. Это прям местами FPS разочаровывает.
Так, сейчас направо, да? Да неужели? Привет. Привет. Концерт сегодня вечером в красной грязи. Гениальное название. Он случайно не передумал? Нет, нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхэнда. А что там с Геной? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Ну да, он и правда какой-то странный. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Да у Керри самого-то неплохая так эта коллекция. Так, все. От заказа мы, естественно, отказываемся. Прийти в бар «Красная грязь» вечером. Погнали в «Красную грязь». Что, доедем, да? Перемещаться не будем? На машине Джонни с ветерком. Обязательно бодну в кого-нибудь. Ай! Засмотрелся. Ты чё? Чё мне тут за пути рисуешь такие, а? Так. Господи, за моё вождение мне руки только оторвать, наверное, надо. Виста дель Рей. 750 метров. 700 метров. 600 метров. Сейчас вот она... Так, стоп, это будет больно. Ну, я просто хотел, сколько она по максимуму жмет. Какой бы отличный дрифт можно было вытворять, будь здесь где-то дисциплина. Так. Опять разбой. Бар «Красная грязь». Кстати, перемещение реально было. Вау. Вау. Какое местечко. Открыть. Задание обновлено. Поговорить с Нэнси. Ох, нифига ты прибарахлилась, бабуля. Смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхэнд. Обалдеть. Откуда она это достала? Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Все может быть, мой друг. Все может быть. Расскажи, что случилось у вас с Генри. Как у тебя настроение перед концертом? Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Керри бы даже лужу не сделал без моей помощи. Но это да. Сильверхэнд, наверное, был такой же. Хуже. Керри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. Расскажи, что у вас случилось с Генри. Расскажи, что случилось у вас с Генри. Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкаться в этом говне. Если. Я, в конце концов, пристроил его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Одумался. И что было дальше? Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали. Подонок, а. Он снова взялся за старого. И приполз к тебе. Когда этот жалкий нарколыга подкараулил меня да, на улице. Да, да. Уже в обморок упал, чтобы разжаловать. И что ты сделала? Послала его к хуям. Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. Ну да, в принципе. Наверное, так и должно быть, потому что... Один раз подставишь щеку. Волнуешься перед выступлением? Придется подставить вторую. Стремно. Мне же надо сейчас изображать саму себя. Ты, Джонни, нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. Он здесь, рядом. А где Керри? А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции... Ну не он, а вот этот голографический чувак. Тебя не волнует, кто будет играть вместо Генри? Постараюсь не разочаровать толпу. Постараюсь не разочаровать толпу.
Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиены. Ох, и на концерте весело будет. Тебя не волнует, кто будет играть вместо Генри? Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, ну кажется, да. Не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так. Я бы тоже не поверил. Ладно, зайти в туалет и принять таблетки. Ты. Уступишь место. Принять таблетки, развлекайся. Развлекайся. А-а-а! Давай, Джонни, не подкачай. Я думаю, концерт будет и правда веселый. Че, не пошло, что ли? Это херня. Ты что, не скажешь, что он сейчас не поменяется с ним местами? Вернулся в главный зал красной грязи. Далее кто перед вами? Понеслась. Джонни Сильверхэнд 2.0. Поговорит с Керри. Вот, познакомьтесь. Здорово. Из головорезов. О, прикольный чувак. Я обожаю самурай, ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел. Ты хай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись. Фух, я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Боишься толпы или меня? Боишься. Или меня. Иди нахуй. Я тоже включал Керри. Я Керри, правда, такой настоящий металл-роск пацан. Есть в татухах, в цепуре. Ну чё, поехали? Ладно, работаем. Дум-дум-дум, ду-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 ду. Зажечь. Она барабанщица. Это... Блин. А он еще и поет. Этот басиста, короче, нам не хватило. Еще и клавишница есть. Охренеть, фулл бэнд. Охрененно. Я как будто на реальном рок-концерте. А почему только он поет? Петь. А чё я не спел? Показать козу. Сыграть соло. Ну все, пилим, пилим. Что-то хиленькое соло какое-то.
Ебашит он и как будет здорово. Это получается, тот был гитаристом, солистом, что ли? А Сильверхенд ритм. И все, что ли? Не пойму. Вот какая-то херня. Ты о чем? Че? Блять, вот был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время и все. Хочешь сыграть концерт на бис? Хочешь повторить? Ага. Не. Че все? Не то время, не то место. Вот. Держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Тем более у тебя солидная коллекция. Ну, а о чем ты? Я все-таки еще немного поиграю. Выпить таблетку и вернуть Ви контроль над телом. Не, я думал, что-нибудь будет еще такое. Хочешь новую послушать? Джонни! Быстро он его. Его уже нет. Правильно? Да. Но он тебя еще слышит. Что-то у него глаза такие грустные. Что ты говоришь? Спасибо большое. Я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Чего ты? Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Че это такое? Взять что-то не стоит. Не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да. А до этого... Это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет. А теперь проснулся. Пора браться за работу. Слушай, что, вдохновение давай все-таки поймал? Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Огонь. Похоже, Керри очень торопился. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет. У него уже в голове новый текст, новый риф созрел, наверное. Стало получше. Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, у тебя больше не осталось? Ну, что-то какой-то грубый вариант, ну ладно. Надеюсь, это было последнее желание. Нет. Теперь можешь делать, что хочешь. Тогда... Надо скорее поговорить с Ханако. Окей. Как знаешь. Встать. Пойдем. Встать! Задание выполнено. Что мне делать? О-о-о! Я в жизни ни разу такого не слышал. Это же тут самурай сыграл впервые. Ах, какая ночь была. До сих пор легенды ходят. Звуком все окна глушило. А еще с тех пор у нас тут правило. Голос клиентов нет. Есть специальное блюдо для фанатов самурая. Ребрышки а-ля Сильверхенд. Недешево, зато пальчиком. Ну, хорошо я сыграл. Хорошо я сыграл. Даже слишком. Я вот думаю, где же Кири тебя прятал все это время? Эх. Может, у меня сложилась бы хорошая музыкальная карьера, а не жалкого вора, еще и с двойным сознанием в башке. И все. И на этом линия заканчивается. Мы на 60% подняли взаимоотношения. Счастливые моменты. Существование в одном теле превратилось в настоящую совместную жизнь. Хотя от Джонни с трудом можно сказать, что он живет. С другой стороны, свидание с Бести и примирение с Керри для него многое значили. Маленькие дружеские одолжения иногда помогают забыть о неизбежном. Но ты понимаешь, что если план сработает, то ты снова останешься наедине с собой. Черт, ну блин. А может и правда, не надо нам избавляться от биочипа? На самом деле. Так, ну я понимаю, что линия на этом закончена, да? По крайней мере, прошлого Джонни.
То есть остальные задания это уже «Пусти меня, глубина», это Джуди осталось. Босс умер, это уже все. Другие товарищи. Ну что, друзья, поджигали мы сегодня на концерте. Наконец-то исполнили, последнее желание Джонни, помирили с Керри. А что это у меня с грузоподъемностью? Как 392. Так, ну ладненько. Дальше мы, наверное, уже займемся Джуди. Ну а там посмотрим, может быть, уже встретимся с Ханака. На сегодня у нас все. Музыкальный выпуск окончен. До встречи в новых видосах. Пока.